Более 50 человек, сотрудники администрации Кировского района, вышли на уборку улицы рядом со зданием районного суда по адресу Кирова, 100. Традиционно в первый субботник в основном пришлось работать лопатами, раскидывать снег, который еще не успел растаять, и собирать прошлогодний мусор. Мы сегодня начинаем месячник по благоустройству. Открываем его первым субботником. На данной территории работаем по ворошению снега, по подбору бытового мусора, который вытаял, а также очищаем проезжую часть от грунта. Полина Буткевич, председатель административной комиссии района, рассказывает, вместе с коллегами всегда с радостью принимают участие в таких акциях, чтобы своими руками сделать город краше. Субботник – это добрая традиция, которая объединяет людей и дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело. Все мы заботимся о природе и хотим, чтобы наш город был чище и красивее. Весь апрель, каждую среду и субботу в Самаре запланированы акции по уборке городских улиц, парков, скверов, дворовых территорий. Принять участие в средниках и субботниках может любой желающий. Весь необходимый инвентарь жители могут получить в управляющей организации. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.